Их руки больше не в черном золоте. Крупный нефтезавод обнаружили в Лысогорском районе. Сюда полицейские наведались, когда рабочий день был в самом разгаре. Одной переработкой подпольщики не ограничились. Топливо они продавали на автозаправке по всей области. Среди клиентов были и местные фермеры. По их же словам, из-за левой солярки их сельхозтехника постоянно ломалась. На горе нефтяников завели уголовное дело. Переработка осуществлялась на мини-НПЗ, расположенном в Лысогорском районе Саратовской области, без соответствующей лицензии. При этом руководством предприятия получен доход более 10 миллионов рублей.